сделали то, что, наверное, должны были сделать, и все-таки, наверное, по собственной вине затянули эту серию. И все равно есть такая благодарность сопернику, который предоставил нам возможность почувствовать воочию, что такое плей-офф с первого матча. И мы это ощутили сразу, и поэтому это противостояние получилось таким, возможно, интересным для зрителей. Мы работали над реализацией, да, в принципе, весь год работали, но сейчас уделяли больше, наверное, внимания этому. Вот. Ну и, в принципе, говорили о каких-то нюансах при реализации, при стандартах, при игре у ворот. Вот. Поэтому, ну, ребята постарались использовать эти рекомендации. Я думаю, что мы сработали командой уверенно в этом плане. Ну, это вопросы к организаторам матчей в Гомеле. Я не знаю, чем они руководствовались. В принципе, любого соперника, столицу они написали бы, или Борисов. Ну, наверное, это с одной стороны, с их стороны некорректно, а с другой стороны, наверное, для того, чтобы привлечь больше болельщиков, повесили заранее. Можно было прочерк поставить, наверное, было бы. Или через слэш какой-то, да, Борисов, либо столица. Можно было двойную афишу сделать. Восстановление. В основном мы с ребятами говорили, что мы работаем то, что наработали за год, тем и пользуемся. Вот. Может быть, с нюансами, с отсылками на соперника, но мы с тем багажом едем, который наработали за год. Ой, прекрасная поддержка, спасибо огромное за поддержку, очень атмосферно. Хотелось бы, чтобы так же было и в последующих матчах, и в принципе, чтобы наша армия болельщиков только росла. Я думаю, что ход серии... Главное бороться, биться, что мы показали ценой травм. Поэтому тяжелый сезон, наверное, так можно это сказать. Ребята, конечно, которые все в возрасте, им тяжело играть, пройти ровно этот сезон. Поэтому явно, что в конце, ну, понятно, что им наверняка в связи с состоянием здоровья не хватило бы столько физического состояния, поэтому и вот эти травмы. Ну, тяжело, потому что ребята все работающие, поэтому с работы на тренировку, ну, тяжело. Восстанавливаться времени очень мало, 3 дня – это, ну, короткий период, поэтому очень тяжело. Да, раскрепостить просто нужно было ребят, наверное, возможно, и получилось это, поэтому ребята поверили в сами себя, там, первые игры, ну, наверное, вот эта игра с ВРЗ дала толчок, поэтому мы сказали, что, ну, ничего невозможного нету. Все в ваших ногах, и можно играть с любым соперником на равных. Что, в принципе, ребята и делали. Ну, желание это было, но все-таки, как бы, может, рано было сразу пятером идти. Хотелось, как бы, все-таки более-менее игру поднять выше, как бы стабилизировать, можно так выразиться, выровнять. Ну и потом уже пойти. Ну, нет, я не думаю, что пятером. Дело в том, что физически, я еще раз говорю, что через 3 дня играть, ну, очень тяжело. Ребятам они просто не успевали восстанавливаться. Потому что я еще раз говорю, что это работа. Отыграть и поехать на работу на следующее утро, ну, тяжело. Ну, спасибо им сказать большое, болельщикам, что были всегда с нами, нас верили, не бросали. И сейчас, даже после этого поражения, одного, второго, они нас благодарят, поэтому спасибо им и огромное. Супер, просто супер. И, не знаю, с приходом, ну, наверное, попросил собраться больше болельщиков наших, чтобы действительно ездили на выезды и помогали. Это действительно 6-й игрок. Спасибо им. Не знаю, ждем решения руководства, поэтому все, что руководство как скажет, так и будет дальше. Есть планы на предсезонку. Ну, там будет видно.